замечательное место, и самое главное, нас здесь много, и здесь все, кто здесь должен быть. Все в оранже, настрой отличный, единственное, я забыла оранжевые очки. Собрались наконец-то всей командой, всем русским офисом российским. Это очень приятно, что мы все сегодня здесь, очень хорошее оформление. Очень приятно, что собрались коллеги из международной команды. У них на Россию свой взгляд. Как сотрудник компании Orange, подобные мероприятия помогают лучше понимать, что происходит в компании, в различных отделах, видеть руководителей данных подразделений, что не всегда возможно в рутинной работе, и почувствовать сплоченность команды. Отличного дня, побольше полезной информации, выйти отсюда с боевым духом и принести этот дух до следующего кик-оффа, получить отличные результаты. Я бы хотел пожелать своей команде прежде всего коммерческого успеха, разумной агрессии по отношению работы с клиентом и уверенности в себе. И еще, наверное, повышенной целеустремленности. Вот, наверное, эти четыре составляющие, которые в значительной степени будут влиять на тот результат и на выполнение тех целевых, которые мы получили на этот год. Для того, чтобы достигнуть цели, нужно обязательно фокусироваться на чем-либо. В данном случае мы фокусируемся и на клиентах, и на деятельности, и на продуктах, и на целях. Не так часто можно увидеть самых крупных наших руководителей, таких как Хельмута, услышать их мнение по поводу нашей работы, компании в России и в целом. Я думаю, что все под впечатлением, конечно, мы не так часто собираемся все вместе. Это очень здорово, на самом деле, командный дух. Focus Integration Team – это действительно возможность всем вместе посмотреть цели, собраться, опять же, командой, пообщаться друг с другом, с региональными коллегами. Вот. И действительно, это отличный мотиватор для будущей работы в 2014 году. В первую очередь, я хочу всем, кто здесь сегодня присутствует, в первую очередь продавцам, добиться тех целей, которые сформулированы и поставлены руководством. Это очень важно. Ну и, конечно, хорошо провести время. Я думаю, что я бы хотел пожелать всем присутствующим и всем гарантирующим какие-то результаты достичь этой результаты эти и их, наверное, немножечко перевыполнить, перепрыгнуть и похвастаться в конце года. Кайф. Скажем так, одно слово, на самом деле, да, что я хотел получить от этого мероприятия, чтобы люди чувствовали себе вот, гордо работать для Orange, что они понимают, что мы сделали в компании, что мы можем делать, и будем делать, и как мы это будем делать. Focus Integration Team, ну, за ними, вот как вот вы сегодня в этом все видели, да, стоят целая вот, идея, подход, душа и так далее.